Моя точка зрения такая, что опера должна исполняться на том языке, на котором ее слушают. Как же, если опера ставится в Берлине, то нужно ее петь по-немецки, если опера ставится в Лондоне, то надо ее петь по-английски, в Париже, то надо петь ее по-французски. Но вот есть и другая точка зрения, особенно вот в Соединенных Штатах, что нужно оперу петь на том языке, на котором она написана. И сравнительно недавно, года два тому назад, я был в Лондоне и смотрел «Хованщину» Мусоргского в моей, что ли, оркестровой редакции. Было это самое поставлено. И пели по-русски. Хорошо пели, но все-таки и в «Хованщине» там, конечно, такой язык русский, несколько, так сказать, не такой, как, скажем, сейчас, да еще чуть-чуть с английским акцентом, это немножко так, это... Не то. Не то, так.